В Карагандинской области на 17 лет осужден насиловавший 13-летнюю дочь педофил, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда. 43-летний житель Актагайского района на протяжении года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Семья жила в зимовке Акбиик в Актагайском районе. Все это время родственники не знали, что мужчина издевается над собственным ребенком. А когда супруга и члены семьи узнали, тут же обратились в полицию, сказали в пресс-службе. Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.